приваренным угольником. Вон как угольник снизу и сверху. Понятно. Что-то я не захватил. Четыре самореза и шурупа. Что там они делают? Тоже привариваем. Так, вот эта вот доска меня интересует. Сороковка или пятерка? Пятерка. 50, пятерка. 50, да. Я вижу, она толще сороковки. Ну, вот это 50, да. Ну, давай польгую, он все знает. Это сиреньки, сиремии, доски. Добрый день, Бог помощь вам, братья. Это куда вы? А, вон наверху. Да. Если зарядка идет, все здесь проводами. Вот. Thank you.
Здесь приваривает. Вверху и внизу. Я их не знаю, как назвать. Как внизу такая есть, вот как квадратные срезы. И здесь вверху еще две к ним доски пришиваться будут. А пока привариваются угольники. Это вот как вверху все сделано. Катеринки старший сын. Еще стоит одну ногу. Помоги, Господи, благослови и сохранять несчастного случая. Телефон! Ну, далеко как, не слышали, что мне звонят. Говори. А. Слушаю, Евгений. Почем КамАЗ? Почем КамАЗ-то? Так, сейчас скажи, я где их должен ожидать? Там выйти на дорогу? Так, как-то бы другим сказать, потому что с этим я уеду туда, где вываливают-то, а этот-то подъедет. Ну да, как при въезде в Потеряевку, тут уже, ну, уже это, щебнем покрытая дорога и вправо идет. Вправо. Все, я пошел туда. Минут через 20, первый, а потом второй, а через сколько? Так, теперь насчет Игоря-то я говорил. Я один ухожу, чтобы другие знали, куда ссыпать. Все. Так, а потом-то, когда мне там насыпят, говорил, там чашкой разнесешь по этой, по насыпи-то? Понятно, ты говоришь, хорошо, мы сыпем-то в стороне от насыпи-то, потому что они на бок сыпят-то, а потом ты сказал, что... Ну, ты сейчас не слышишь, плохо. Вы говорили, что потом мы сыпем там у дамбы в стороне, покажу где. Потому что они на бок ссыпают-то. А потом вы мне поможете чашкой развести и... Да, сразу, и чтобы грейдер сразу, чтобы дорогу-то освободить. Женя, Бог с тобой, благодарю.
Храни тебя Господь, я каждый день помню тебя в молитвах. С Богом. Спокойно, ребята. Вот так. Он закончил технический университет, приехал сейчас с отцом работать. А это мастер на все руки, Павел Николай. Поворачивает дальше. А здесь Сергей Пупков прикручивает пятерку. Пятерка доска, пять. Я вижу, что она толще. Сороковка. С сороковки-то мы много делаем. Это Иеремия. Какие имена? Пророческий. И Иеремия. Ерема зовут. Ермак. Пошел.